Итак, всем привет, Михаил, канал Video Game Addiction и Mirror's Edge Catalyst. Итак, ну что же, возмутитесь спокойствие, встретиться с Номадом, ну погнали. Стартуем мы, собственно, от этого, от билборда, на котором мы поменяли вывеску. Я думал, нам это та чуйха, которая мне про долг напоминает, но нет, видимо, какая-то другая. Так, сюда, окей. Чуть-чуть и не долетел бы. Ага, взял. Это тоже возьму. Так, на... лево, да? А там ничего нету? Нет, там ничего нету. По крайней мере, интересного точно. Сюда. Вот чё, вот они мне вот так, я на позиции. Буду ждать тебя там. Фейт, ты где? Привет, Ной. Фейт мне кое с чем помогает. Опять? Что там еще? Извини, подробности лучше не знать. Но это для хорошего дела, честно. Честное слово, дурдом какой-то. Фейт, как закончишь, приходи ко мне. И обратно. Эй, ты. Ау. Да. Привет. Это я. Что? Нанда? Это ты? Ты как? Я как? Где тебя носит? Ты в городе Зеркал? Тут весь город рушится. Я в порядке. Да, я в городе. Просто хотела тебя услышать. Скажи, где ты? Я пришлю за тобой своих людей. Там протестующие всех убивают. Нет, не протестующие. Это Крюгерсек. Они все начали. Все равно. Там опасно. Скажи мне, где ты? Нет, так будет лучше. Я останусь здесь. Мартин Коннорс был против насилия, а они его убили. И жену его тоже. Один бог знает, что стало с детьми. Мне пора. Нанда! Люблю тебя. Это, видимо, про нашего отца идет речь, так понимаю. Семейство Коннорсов. Окей, ну, насколько я помню, детей-то спрятали как раз-таки. Так, возмутитесь спокойствия. С помощью отправленной вам Номадом программы вы можете пробираться через вентиляторы у станции Зефир. Кроме того, Номад явно задумал очередной план, связанный с конгломератом. Втягивать вас в неприятности — это по его части. Поговорите с Номадом и узнайте, что он задумал. Так что случилось? Слышал, ты наткнулась на Крюгера. Слухи ползут? Ага, слушай. Крюгерсек говорят, что будут прижимать бегущих как следует. Они ставят огромные антенны по всему городу. Да их бы самих прижать. И я о том же. По-моему, Крюгерсек очень огорчится, если кто-то сломает их антенны. И этот кто-то, конечно же, я. Я бы сам справился, но ведь боец у нас ты, Фейт. Ладно. Только Ноя впутывать не будем. Конечно. Я отсюда присмотрю. Опять вышки всякие, чекпоинты, понятно.
Край, Assassin's Creed, это все в ту же топку. Еще нарушитель. Все переключило как-то очень, не очень, поэтому в полной мере не удалось оценить, насколько это было круто, ну да ладно. Все, намотал антенны. Теперь если выбрать эту штуку... Все, получилось, отключается. Есть, 1-0 в пользу хороших. Кисек высылает подкрепление. Скорее уходи, Фейд! Так, Кисек, объявили тревогу. На вас идет охота. Спасайтесь, убегайте от бойцов Крюгерсек. Видим их на радаре. Фейд, и прячьтесь надеюсь, в убежище. Рядом с антенной тебя уже нет. А куда бежать-то? Фейд, уходи от сканеров. Тогда сможешь оторваться. Нет, нет, вот это все надо взять. Нет, хуй вам. Все что ли? Что-то я быстро от них удрал. Внимание всем бойцам! У нас раненый! Повторяю, раненый! Да я особо никого не ранил. Центр. Наблюдаем подозреваемого. Говорит центр. На датчиках ничего нет. Продолжайте поиск. Не знаю, как я там оказался. Как будто не было. Из огня да в полымя. Отлично. Ух, штаб охраны. Ну это, видимо, они и есть, вот эти штабы охраны. Угу, понятно. Так, что у нас тут, что-то подобрать можно, да? Ну давайте подберем. И пойдем еще тогда к этому зайдем, к товарищу нашему. Так, незаконное вторжение, бремя гениальности. Ну, давайте бремя гениальности начнем. А, вот и ты. Что на пульсе? Все гудят о твоем возвращении. Но сейчас не об этом. Если хочешь заинтересовать Догана, надо сперва узнать, что это. У меня есть в якоре человек, топовый хакер. Зовут Пластик. Отнеси это ей. Пластик? Ага. Она немножко... Неважно. Сходи к ней, а дальше посмотрим. Совет директоров Брайса вчера решил расторгнуть контракт со Стэнсоном Унгером. Угу, отлично. Так. Встретиться с Икаром.
Вечная проблема найти выход отсюда. Это что такое? Окей. Где выход? Бля, что происходит? Куда? Куда? Охерительно. И я не понял, это что произошло. Ной сказал, у тебя для меня снаряжение? Есть. Вот. Надень. Прикрепляешь только к прочному. Прыгаешь и качаешься. Очень просто. Я же говорил, кошку дадут. Так, магнитный трос. Пробел удерживать, прицепиться. Или спрыгнуть вниз. Зацепление устройства для перчатки за камеры наблюдения для преодоления больших пространств. Мне нравится. Взял. Ну, видимо, на обратном спуске можно будет. Нет. А где же она? Ну ладно, не важно. Пластик бывает нестандартный, но мне кажется, вы с ней хорошо поладите. Я уже забыл, что я к ней иду. Я думал, мы кошку тут тестируем всячески, как только можно. Я здесь! Нет. Мне
А прыгнуть-то как бы нет, не судьба, что ли? Что за херня вообще? Ладно, хуй с ним. Тут у нас что? Ништяки вы где? А, пойдет. Назовите имя и цель визита. У вас 5 секунд. Фейт, мне нужна пластик. 4. 3. Какого черта? 2. Я сказала отмена. 1. Чуть не убила. Прости. А, заходи. Что тебе нужно? Я... Можешь сказать, что это? Что на нем? А, конечно. Не отсюда. Да, я его... Это был не вопрос. Тревога. Обнаружен нарушитель. Срочная экскавация. Заткнись, кума. Забей, я его еще не заделала. Зашифровано. Армейская техника. Спорим, его будут искать. Да, это был не вопрос. Когда данные нужны? Я думала сегодня. Внешний слой взломать – это минимум месяц. Ускорить можно? Ну, подключи меня к узлу. Или можешь ждать месяц. Значит, к узлу. Как действуем? Достаточно будет доступа к шлюзу All.com, а оттуда по удаленке. Сделаю. Окей. Не особо далеко, благо. Так, что у нас тут? Скоро уровень еще будет. Странно, что здесь не отображает задание, которое мы выполнили, опять же. Херь, короче, какая-то. Сотрудники города Зеркал. Безопасность нашего красивого города зависит от карты. И в связи с этим я хотел бы напомнить вам политику, которую руководствуемся все. Первое. У вас, как у сотрудников, есть много прав, а с ними и ответственности. От всех сотрудников ожидается соблюдение правил. Незнание правил не оправдывает нарушение. Фига, стиралка под потолком. Крутец, крутец. Блять. На здание УКОМ залезть должно быть просто. Я отметила себе на пульсе шлюз данных. Подключить к нему с помощью перчатки. И у меня будет управление. Ну, пластик, что на пульсе? Привет, Ной. Фейт поможет мне перенаправить процессорную мощность шлюза УКОМ. Только так я смогу расшифровать носитель. Перенаправить шлюз достаточно? Ну, возможно, надо будет взломать узел. Возможно и точно. Это неоднозначный вопрос. Видимо, точно. Они хорошо защищены, Фейт. Просто чтобы ты знала. Фейт, чтобы дойти до УКОМ, надо пересечь Тьюринг-авеню. Используй магнит. Да подожди ты, я тут. Показалось, что ништяк видел. Ну, нет так нет. Я в здании All.com. Отлично. Шлюз
Нуклеус данных там высоко. Ради. Куда это я лезу? Блять. Я догадываюсь, видимо. К этому, к рекламному баннеру, ну, нет, я не полезу сейчас туда, мне сейчас не до этого. Я в WFYO. У них есть лифт с доступом снаружи. Может, выведет наверх. Тот, кто с ним пришел, шпион Умнистат или вроде того. Конечно. Я видел, что он иностранный, но Умнистат? Видать, что-то важное, раз аж в город Зеркал послали агентов. Возможно, поэтому Крюгерсека повышали охрану. У них трафик в сети вырос в 10-ро. Да, вряд ли Габриэль Крюгер обрадовался, когда обнаружил агентов Умнистат прямо в центре своего королевства. Что значит королевство? Он же не король? Да нет, я... Неважно. Давай! Стой, ёбаный ты в рот! Ты могла бы и по этим дырочкам залезть, просто вставив в них руки и ноги. Давай! Отлично. Подъем. Да! Что ж ты, сука, делаешь? Опа. Этого не должно было случиться, мама. Он обещал не одно, а дал совсем другое. Кто он? Кто, о таком я тебе говорил? Доген. Ты пошел к Догану, хотя я очень просила тебя этого не делать. Генри сказал, что ему можно верить. Генри – идиот. Я не знаю, что делать. Ну, разумеется, президент. Что произошло? Расскажи мне все.
кто-то еще обратился к этому Догану. Понятно. Нашла шлюз данных. Подключаюсь. Есть. Начинаем и... Черт. Что? Надо и приоритет переключить. Ближайший переключатель в нескольких этажах вниз. Фейт, диспетчеры Крюгерсек говорят о происшествии в здании Олком. Видимо, о тебе. Что значит «видимо»? Конечно, они. Я просто говорю, пусть не задерживается. Чего вы ей? Я ей говорю, чтобы торопилась, Пластик. Да она уже наверняка. Она же бегущая. Телка просто вообще. О! Вижу дармоеда. О! Что-то все плохо, короче, как-то. Кувырок, кувырок, и все, и пиздец. Вижу дармоеда, говорит. Ну да, окей. Все, прайс, мазафака. Ты нарушаешь правила. Наоборот, я твой нарушал. Жаль. Так. Фух, блядство. Опа! Черт! Центр, как работать с нарушителем? Как работать с нарушителем? Вы уже ли, блядь? Что-то рано я... Там еще хотел поисследовать. Ладно, хуй с ним. Я исключила. Может... Ты поел? Я завтракала. Это было 9 часов назад, Эрика. 9 часов? Черт. Прости, но я так близка. Ответ, вот он рядом, мне бы только... Как там девочки? Я отвел их к Ною. Здесь только ты, я и твой потрясающий мозг. Не знаю. Не чувствую я себя потрясающей. Что, если я гоняюсь за мечтой? Эй, вовсе нет. Почему ты так уверен? Твоя работа изменит Каскадию навсегда. Изменит мир навсегда. Возможно. Если когда-нибудь смогу закончить этот чертов алгоритм. Эй, сможешь. Но сначала надо отдохнуть. Ага, это опять про наших предков. Ёбаный в рот. Что пошло не так? Ну, оказывается, надо было просто вниз спуститься. Ну да ладно, не важно. Переключатель. Вижу. Подключаюсь и... Я вошла. О, нужно время.
Надо оттуда уходить, пластик. Я знаю, но они закрыли комнату. Я над этим работаю. Спецзащитник. Боевой сдвиг, чтобы уклониться от атаки. Не беги! Вызовем потом! Ты еще кого-нибудь видел? Блин, тут бегущий! Воу-воу-воу! Нихера себе! Вас будет! Да чё? В текстуры. Ах, зараза. Давай! Блять, да чё ж ты делаешь, зараза? Ну и сдохни сейчас, тупица ебучая. Давай! Очень потно. Все? Эй, ты, вставайся! Я тебя прикрываю! Пора отрабатывать бабки. Нарушить! Это плохо сейчас было. Так точно, сэр. Что это задание-то мы закончили, и сейчас у нас дальше следующее. Забег по узлу сети. Ага, так, тут у нас что, незаконное вторжение с номадом. Так, и очко можно кинуть какое-нибудь, да? Боец. Наблюдение за косяк. Ага. Движение. Не очень. Ну давайте вот этого, или нет, или да, вот это возьмем. Потому чтобы со спецзащитниками нормально драться. Так, и в заданиях у нас что? Так, бремя гениальности, отлично. А тут вот у нас не появилось вот это, которое с номадом мы делали вначале. Ну хорошо, давайте на этом закончим. В следующей серии там уже сходим тогда и на забег, и к номаду зайдем. Вот, а на этом всем пока и удачи.